Привет, с вами снова Жака. И едем, смотрим лазурный пляж, самый такой, как бы считается, самый красивый. Он даже, я считаю, платный, по 100 бат с человека. Ну, поехали. Шлем мы обычно вот так вот оставляем на байке, закрываем, чтобы на всякий случай не украли. Ну идем, покупаемся. Тут за пляжи обычно денег не берут, только вот один вот есть у нас такой, как бы козырный, 100 бат с человека вход. Вот. Вот вывеска, как мы можем увидеть. Плата за одного человека 100 бат. Посмотрите, какая прозрачная вода. Внизу гладкие камни. Ну вообще. Видно все. Я не знаю, наверное, метра 2-3 вниз видно днище полностью без проблем. Вода чистая. Вот. Тут мы можем увидеть вот такие лежаки. Я уверен, они не бесплатные. Но у нас есть свой за 200 бат. Вот. И сейчас мы будем тут купаться и загорать. Тут вот мы... О, обезьянка прибежала. Смотрите, какая. Позирует на камеру. Где-то тут тусуется. Увидела, что мы снимаем, сразу позируется на камеру. Вот тут есть такие кафешки. Что-то там не готовят, мы еще не смотрели. Что-то готовят. И пиво, смотрю, есть. Но оно здесь по-любому дороже, чем в магазине. Вот такой вот пляжик, он маленький, но очень красивый. Вот. Я пошел купаться. Хочу вам показать водичку. Водичка как в бассейне вообще. Реально градусов, наверное, 32 как минимум. Можно не вылазить вообще, просто в воде находиться все время. Посмотрите. Френд Глеб. Отлично, да? Пляж. Кстати, мы были там на кухне. Кухня нормальная, европейская. Они более-менее даже понимают, что-то можно им объяснить по-русски даже. Вот, мы хлеба попросили, нам принесли. Он в счет не входит. Знаем, за скутер. Сейчас можно покататься. О, турист хочет на скутере покататься. Сейчас пойдем спросим цены, может еще на скутере покатаемся. Вот, ну в общем, нормасик, пиво по 90 бат, правда, в магазине 35 можно найти, тут 90, вход по 100, как я вам уже говорил, вот, короче так, шикарно, шикарно, просто шикарно. До скорой встречи в следующем видео.